RealDrop.net запускает новый формат кейсов. Заходи и получай шмотки на халяву. Теперь у тебя есть возможность повлиять на то, что тебе выпадет. Все просто. Жмешь лево или вправо и выбираешь дроп, который тебе действительно нужен. Пополняй счет и получай 15% к балансу. RealDrop.net. Ссылочка в описании. Всем привет, дорогие друзья, мы играем в Full Party, приятного всем просмотра, нас тут целых 5 человек собралось. Он нужен. Видишь, а я не хочу против Вайпера стоять. Ты видишь эту команду победителей? Вот она. Я что-то против Вайпера вообще стоять не хочу. Ну да. Я не смогу против него стоять. Хотя, если он... Сколько у него рейтинга? Непонятно, да, сколько у него рейтинга? Mm-hmm. Блин. А, ну 3500 где-то в среднем. Тут у всех, походу, так. 3500, Вайпер. Блин, ну если он за крипов заходит, то все, я курю. Если он не заходит крипов, то все нормально. Да не будет он заходить. Ты видишь, как у него имя, ник? А что у него за ник? Сер Сантос. 97 уровень, кстати. Бля, ну я не знаю. Мне кажется, он слабее, чем ты. Да, ну понятно, у него просто рейндж герой. У него моделька там сильнее, как минимум. Да. Моделька, бля, да. Да и ладно, если он не использует модельку, то она не может быть сильнее, верно? Блин, ну макаки на самом деле вот такой ободок, как будто она парик одела какой-то. Вот, на аватарке, макаки. Посмотри. Ну да, вот. Блять. Так, а мне нужно два танга, чтобы никто не выдал. Кто мне даст два танга, признавайтесь. Серег, ну я, к сожалению, да, не могу. Сейчас, я все решу, Серег. Погоди, только игра начнется, я все решу. Чуть-чуть просто подожди. Прям все твои проблемы. Но я не уверен, что они решатся, но я все еще их решу. А вы не хотите Вайпера погнобить вначале? Отзвонить его, чтобы я хотя бы левел 2 получил. А потом. Почему ты Леху называешь на вы? Так ты же с ним ходишь. А, ты гуль взял? Я гуль. Я думал, ты морфлинга берешь. Приготовьтесь к битве. Я мы пытаюсь решать твои проблемы. Я сейчас, если они дадут, то все окей. Не, они вряд ли дадут. Ну иди бери, ну вон все. Вот, проблема решена? Да, все, вот видишь, один тангус тебе дали, я тебе один дал. А еще? Бля, ну на еще, хорошо. Не, ну ты к Вайперу можешь не идти, он тебе кабину с 2000 разобьет. Да, я вообще хочу до второго уровня поставить вот с этим, с Магнотавром. Ха-ха, Жоре приятно будет. Я чисто, да, что второй уровень получить, я пойду сразу. Блин, ну очень неприятно, ну, конечно. У нас, правда, ребят, одна проблемка в команде. Я даже догадываюсь, какая. Блин, у нас куру никто не купил. Наличие. Капец. А у нас это все нормально, все нормально. Nice. Так я, получается, не фармлю вообще. Я, короче, вагоним в этой игре, выхожу, ребят. А почему ты не фармишь? То, что Вайпер у него на лайне. Как что? Против Вайпера стоять? А кто у них мидер? А, ДК, что ли, в мидере? Он здесь пробежал. О, так если ДК в миде, да, то тогда вообще нормально. Блядь, Томми, объясни, да, мне. Как Вайпер мог пробежать, блядь, ты... Битва? Ты себя слышишь? Он летает, у него нет ног. Уволен. Успокойте кто-нибудь этого голодного пуджа. Эйфория от пика пуджа зашкаливает. Я всегда, когда я пикаю пуджа, я делаю какую-то хуйню. Забыл. Догон, например, можно собрать. Не покупаю курьера. Например, курьера должен был купить саппорт, я не саппорт. Форсит человека лесника. Я куплю курьера, как только деньги будут, и выложу. Да, это Вайпер, кстати, на боте. Я бы на самом деле уже свапнулся бы. Да. От зоны вытащил. Опа, помогает, помогает. Помогаю, смотри, я буду. Стоит дальше. Пить. Стоит дальше, да, чтобы меня хитал. О, хорошо впитал. Красиво. Да. Убрать из тайника, вот, все. А пойдем его убьем, слышишь? Пойдем его убьем. Зайди народ. Погнали, все, он наш. Выхожу народ. Ну. Просто бей его теперь. Понял. О! Задры. Ну это было просто. Типа я там что-то слышал, Вайпер не контрится, говорил в джунглях, по-моему. Кто говорил такого? Я не говорил такого. Когда-то не контрится. Нет ни одного героя, который бы не контрился. Что за бред? А что, курьер будет в игре? Давайте я покажу. Он на базе лежит.
А, блин, ну ладно. Типа, сгоняю. Слушай, давай я еще раз... На фласку? На фласку? А, ну блин, я уже хил. Ну давай. Погнали, погнали, погнали. Все, погнали. Он пассивку не успеет качать. Если вкачает, то за ним просто беги. Да-да, да даже если вкачает, то я просто хук дам. Да... Блядь, ну ладно, неважно. Ух ты. До него, да не-не-не, неважно, неважно. Я хотел забрать и задонается, но... Я не думал, что туда... Но ты курьера активируешь зато, Алькор, это ж так круто. Я специально ради этого и умер. Ну я ж знаю, ты ж стратег. Все. Я так и знал. Так, ну все, я готов куда-нибудь прийти, например. Наверное. Лесной урс оказался сильнее, да? Ну и урс. Кентавр, кентавр. Это я, пока щиткаш. Ну да. Так, а что у нас по мобильным чувачкам? В принципе, они есть. По мобильным? По мобильным. Ну что я могу Привет. Сказать? ДК в хламину мид проиграл. Просто. А, отлично. Да? Ну что, да, блядь. Я чисто его тыкаю, чтобы он это... Сейчас я умру, скорее всего. А ты можешь ему что-то предложить? Ну, типа, я думал, ты подлетишь. Но ты не это. Но он... А, ну вот. Типа, видел? Все просто. Хороший трейд. Не, я просто думал, ты сразу ворвешься в него. У тебя там и пилочка есть, и все остальное. Минус 24 дэмэджа, капец. Так долго ждал. Так а что это теперь у меня? Линия X2 что ли? Так вайперу поддержка пришла с леса. Поддержка с воздуха. Нормально. Ну что за мерзость? Бич, бич, бич. Алькор, ты знаешь, насколько я тебе буду рад на боте? Я, видишь где я? Я видишь где я? Я понял. Подожди, я успею, я по идее должен успеть, так что ты меня не видел. Ну давай, я так ему не сделаю. Нет. Я выхожу уже, давай. Он сейчас зависит от того, куда он полетит. Хочешь, я его замедлю, а потом резко отойду. Не, не могу. Но не смогу. Не а у него тапка нет, погнали. А я все еще не достаю, давай. Давай до конца, давай до конца. До конца, о, как мужики, ага. На мужика. До конца гейминг, давай, ну давай, хорошо. Тогда просто фулл дэмэдж в него. Просто ты убить его должен. Не должен, не должен. Ты никому ничего не должен, запомни, Томми. Ты никому ничего не должен. Я вообще его ударить не могу. О, господи! Только он хасту не успеет взять. Не, да, реген. Томми, ну, типа, я даже не знаю, кому я больше добра делаю, тебе или им. Типа, ты убиваешь меня. Все нормально, нормально. Да не, жарит, жарит, конечно. Делаю килл, нормально. Каждый раз я типа себя тоже подпросаживаю. Ой-ой-ой. Читер что-то залетел. Попробуйте. Там Серега уже с второй палочкой. Да вон, нет, смотри, куда я пытаюсь выйти. А, Сереге все отлично, ребят. Вау. Серёге, что за хук между крипов? Ну я умею, типа иногда. Да, ну, то он правда флёк, быстро у него мальчины. Он просто врет. Слушай, а я ведь возьму. Спасибо. Я не. Я вообще, как играть в эту игру? О, господи, она слишком сложная. Так. Ага, а кто руны забирает, а? Что за... Ну снизу забрали руну этот, легионку уже успел давно забрать. Да? Пойдем, я могу выйти вот на этого парня, хочешь? Давай, конечно, хочу. А ты какого левела? Вашу центральную башню атакуют. Блин, я кидаю вайпера свой шоквейк. А ты вард поставь, поставь, у тебя же вард есть, поставь. Я знаю, но я боюсь уже. Он же знает, где. А у тебя, кстати, видел, да, у него походу вард где-то стоит. Скорее всего. Но... Не, я не уверен, что он меня видел, на самом деле. Слушай, я получу у тебя третий, да, спасибо. Да, давай. Иду на них. Прости за тавтологию, да, но тебя тут знаешь, как сильно ждут? Меня везде ждут, я типа самый желанный человек в мире. Ну озвучивает-то это только я. Бля, ну... Такое дело, понимаешь. Служивают твои аудиенции. О, джи. Походу не хватит. У него уже пол хп, так что... Ну, или вард. Тебе нужно будет просто идти за ним. А, меня лего, смотри, лего. ЛК, ЛК. Погнали, погнали. Здравствуй. Вот. Не знаю, заряд ты... А ты убедёшь? Да уже не знаю, тебя я её побью. А у тебя ревизу. А, ДК, раньше, ДК форму потратил, ребята. КД, КД, у тебя вайпер все равно убил бы просто. Да, я знаю.
Да я все еще это сделал, чтобы опять тебя подфидить. Сейчас я опять прилетаю, и мы вайпер уже гнобим. Это да. Я с дабл дэмэджем к вам бегу, пацаны. А я байчу на себя. Единственное, я стаки не получаю. Я, правда, прыжок не качал, есть проблема одна. Алькор, потом куплю за тебя варды, апну курьера. Ребят, давай, поехали, все, он уже мертвый. Он уже в таверне. А, я тебя понял. Ага. Ну типа понял. Я умею просто, отлично, понимаешь? Бывает. Это ты там просто неправильные палки даешь. Это называется синергия. А зачем? Ну пошлите Шайн. Пошли Шайн. Я бы завязал. Мне не надо, идите. У меня просто половина хп, я готов прийти к джунглю. Половина хп и половина МП. Можно МП. Не, ой, половина МП, но я типа... А мне же один хук только дать надо, и все, я больше почему не готов. Я вообще ботинок уже хочу купить, на самом деле. А я бы тебе подарил бы, честное слово. Да я бы вообще кольцо бы себе еще подарил. Мне можешь подарить мне кольцо, слушай, золотое? Золотое колечко? Можешь подарить мне свое кольцо? Бля, свое не надо. А, я понял, о каком кольце Вася подумал. Ну, поэтому я и говорю, нет. Вася уже понимает. Поэтому я и говорю, не надо твое кольцо. Слушай, ну у него еще нет ультимейта, знаешь, что значит? Я уже тут, как видишь. Все. Тащу на тебя. Это МЛГ сейчас было, на самом деле. Только, блядь, да вот как ты доходишь? За ним беги просто. И бафа добью. Ладно, не добью. О, я не то вкачал! Я не хотел нажимать это. А что я сейчас донаить не могу? А не можешь, потому что это не донается. Я понимаю, я шучу. Это же была шутка. Как бы, ну да, конечно. В каждой шутке доля шутки. Ты что, ты умираешь? Не может такого быть. Да, он просто мангус не нажал почему-то. Мангус? Мангус это, блядь, Рикки-тикки-тави. Enchanted. Рикки-тикки-тави это мангус. А, он мангус, блядь, ну ладно. Ребят, у меня ДК ушел и пришел вайпер. Нормально, свопа поменял. Слава богу. Вовремя поменялись. Восьмая минута игры. А, так вайпер 5-го левела. Да, он там загнобленный. Мы загнобили очень сильно. Он еще шестой себя апнул. Ух ты. Все, короче, я пошел драться с вами. Пойдем драться. Я сейчас наверх. Бля, ну куда не идти? Стой же на линии. Погоди. Говорите, куда идти? Пойдем ДК убивать. А, ты... Неужели он сюда пошел? Не поверю. Потому что он с ТПшкой. Стой его. Вот он, смотри. О, бля! Не надо! Ну я его не убью, не успею ультимейт скастовать. А, по-моему, успеешь. Попробуй. Ну сюда иди, мусор. Вашу нижнюю башню. А у тебя дробофена нет. Без дробофена печально будет. Я не отказался бы от помощи. Ну ладно. Еще и застанил, падла. Все, теперь ты оффлайнер, а я мидер, сэр? Да, давай. Все, принял. Они свапнулись, что мы не можем, что ли? Ну, в натуре. Че, лохи, что ли? В натуре. Давай подарим этой дуре набор, в котором две кастрюли. В одной из них насыпем дури. Бабушка. Я знаю эту песню. Да. Я знаю эту Походу, песню. Походу, только Серега знает эту песенку самую жесткую. Шутки про бабушку. Пожалуйста, залей их. Давай, да. Ребята, О, смотрите наверху. Наверху проблемы. Есть ТПшки уже? Да, есть. Бегу. На ноге бегу. Да. На ноге. Хорошо, я тоже ТПшек. Он за... Ух ты! Вот это было, однако, сильно. А у меня маны, кстати, нету. Можешь кто-нибудь не ману дать? А у тебя уже накапало. Ну, я дал тебе мангу все еще, давай. В любого, дай первый. А вот тут давайте. Да я же первый только что давал, вы чего? У нас же Санкинг еще оттуда остался. Санкинг вон, видите? Команда. Хорошо. Вот это изменение дистанции. Не бивайте его слишком рано. Бля, слишком рано. Вот это хотя бы. О, нормально. Блин, можно было дать мне руку зарядить вообще-то. Дать мне заряд зарядить вообще-то. Могу хукнуть вот этого вообще-то. Или того вот. Аксес Вангардом, давайте. Аксес Вангард, дайте хукнул Аксес Вангардом. Давай, хукай. Да ему больно будет, ему. Поехали. Мы уничтожим его, у нас тимбер режет силу. Да давай хукай уже. Ой, такая надежда у тебя была. Я байчу. Задуваю. Да! Спасибо. Магнус! Чисто хук в человека! Что я делаю? Ты выходишь чисто передо мной. Вообще, зачем ты вообще передо мной бегаешь? Иди сюда, блядь. Да, иди. Это мои деньги, блядь, теперь.
Все, нет. Нет, это мои деньги. Ладно, мои деньги, хорошо. С тобой уже не с Магнусом-то я поспорить могу, а с тобой как-то не особо. А чё, у Магнуса дэмэджа не меньше, чем у меня. Я же ему оставляю, он думает, что я... Да, даже. Это благодарность. Конечно. Оставляю ему, поддаюсь, там, что еще делаешь? Да-да-да-да. Я играл одной рукой. Чихнул, там мышка прилипла. Интернет залагал. Оу. Мышка к коврику прилипла, слышал такое. Так, давай вот так, наверное. О, Вася заговорил, подождите. Да. И поехали. О, смотри, как он впрыгнул, хорошо, убить, изнасиловать. А куда летим? На вайпера? Это не Акс, это Лего. Куда ты? Ладно, хорошо. Куда ты? Я просто не ожидал, что он туда полетит. Только не спугните вайпера, пожалуйста. Не спугните вайпера. Да. О, хорошая палка. Вот это комба. От души. И палка, попавшая цель. Да батька добьет. Ну я с тобой согласен, в принципе. Говорят, моя лапа башню атакует. Отцы. Лул, это странно было. Что именно? Самый странный хук в моей жизни, который нажался, потом отменился и потом все равно полетел. Снова в героя, снова в меня. Не, он полетел еще в пустоту. У меня тут просто меня парень прессует довольно болезненно. Смотри. Парень. Давай помогу. Ты я сбил бы не сказал, дерево, на которое я хотел прыгнуть. Сбил дерево, например. Ну, парни, тут просто видите, тут такое дело. Я жду кого-нибудь. Я не знаю, брат, но... Что за дело? Я задумался, я умею. Но, типа... А, легион что? Legion у тебя скорость. Дэмэджа нет. А дайте я ее первую. Дайте я ее первую начну, ребят. Тогда забудь. Да, начну и закончу. Ну, я ему съездил по морде за тебя, брат. Да, так он меня убил. Он убегает. Там что-то дублейт надо, потавливать. Я тебя понял. Классность. Комбим, ребят. У меня аж ШБ, мы же его так не убили бы. Имба сборки там, впору называть видос. Хотя, может, убили бы я, может. Комбо. Топ 5 комбо героев Dota 2. Манкигин. Акс без даггера, да? Правильно же? У Акса же нет даггера. Не, ну если он супер хороший Акс, то на 13 минуте у него будет ЭВГ и даггер. Если он себе там стакал. Не, просто представь себе, Monkey King, короче, прыгает в челика, так. В него вылезает гуля, а из гули вылезает Магнус и дает РП. Круто. Вот это сборка, вот это все. Давай так и сделаем. Нормально, дэмэдж порезал. Верхняя башня противника разрушена. Все, ребят, я пошел логоним дофармливать, сейчас будет это вкуснотища. Опа, здесь кто-то был. Опа! А кто-нибудь знает, что вообще Магнусу дает на лавине? Да. Неплохая попытка. Чё он ему дает? Я просто так сказал, да. Этот смех. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, вот это у вас замес пошел. Убиваю. Изничтожили. Да, вот все за кто кого тут. Да. Нормально. Я готов давать шоквейвы, ребята. Теперь это будет баланс. Так, а у нас Райна нигде нету, да? Блин, хреново. Есть, вот он. Вот. Есть на базе. Бля. Прости, не дождался. Рофл 2000. А есть это? А, ты вообще на базе уже, блин. О, давай ты мне банку зарядишь, прилетишь на Шрайн вот сюда. А я не могу. Все, Машик Вейв готов двойной. Двойной. Почему ты не можешь? Ну что, КД. Валера может. Все, пойдемте, я готов своим шифтом замедлять и убивать. А я не могу. Так, ладно, дуэль не отдал, сейчас... хорошо. И в таверну. Ну да, да. Ну. Я же постоянно забываю, что этот шаг, ну, что сейчас делает Аганим. То есть, вот, говорит кто-то, что я собираю Аганим, и у меня вот, что это аура. Наш по новой. Не, это шоквейв, ребята. Дай ему стан. Дай тебя протещу. О, Блэк, подвинулась эта штука. Штука подвинулась, вы видели. А покажете? Показываю. Пошел, замедлю. Я обратно. Мне не попал. Отойдите, да. Напугаю. Да, ну. Я хотел палку дать. Я могу туда хук кинуть, все такие. Бля, нет, мы дадим ему хук кинуть. Какой нахуй хук? Нет даггера. У Акса нету даггера, да.
Хотите, я нападу на него? Один раз только выпал. Леша, давай стану? Я вокруг стан. Ну, ну все, забудь. Жадина гоняет. Мансу, там Лего, да, где-то гоняет. Пойду в бакс к нему. А чё, пусть урон, пусть урон подарит мне. Я не как меня ультовать будет? Не в тебя. Думаешь? Конечно. Ты же вроде жирный. Она нажала, она что, нажала. Что, у меня она... Пойдем их всех убьем. Я прыгаю. Конечно, пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем я, готов, я прыгаю, дай, я прыгаю, я прыгаю. Прыгай, прыгай. Стой, прыгай. Снайгера нету. А мне стан дали, я не могу ульт нажать, не могу ульт нажать. Мои серы. Ну все нажимайте, я все вы можете. Стоял. Смог. Главное верить, вы все можете. Верьте до конца, до сих пор, продолжайте верить. Танкуйте, отходите. Вылетай. Отдайте мне его ударить, он постоянно в меня стан дает. Что за симфония? Это просто жесть. Он постоянно в меня стан дает. Это говно какое-то, пойдем отсюда. Тут травашки залетают. Травашки? Без даггера. Бля, как маленького за ручку взял, такое это говно какое-то, фу, пойдем отсюда. Ну-ну-ну-ну-ну, да-да-да. Плохие дяди тут как бы. Да, я бы отошел, у меня хп нету, нихуя нету. А ты не хочешь солидарен с тобой полностью, брат. Я хукнуть, чтобы вот этого парня убили потом станом чисто одним. Эй, я здесь! Могу ухукнуть вон гулю. Так. Все, ребят, я с Андрею иду, погнали снова драться. Готов. Ах ты зараза! Да ладно, че ты, блин, это? Ой, а пойдем шрайник, пойдем. Опа, о, пусть умрет. Я закидывался, парни. Шрайник готовый, пойдемте пить. Ну и сюда. Все, я отхожу. Или я один буду шайн пить, и тут ДД еще лежит. Ой-ой, серая помощь нужна. Серый, Сережа! А, ну я ничего нету. Я стан потратил, все. А, ты зараза! Лучший! Ой, боже мой, это просто любимый. А можно кто-то в АТФ это отправить? Спасибо. На баф. Не убивай его, подожди, рано. Ой-ой-ой. Спасибо. Ну смотрите, я мщу. Я их это. К себе отомстить. А он без даггера. Он до сих пор без даггера. Давай. Замедлю сейчас. Замедлю. Палка 2 секунды. Одна. Одна. Давай палку. Палку. Дай палку. О. А, ребят. А, там вот мейл. Там блэд, да, мейл. Мы уже убил, который вернулся. Да все нормально, она умрет, там палка заряет еще. Ой, смотри, там бегут за нами, у меня хп нет. Бля, Серега! Слезай на! Ну чё он? Чё он убегает? Я вас понял. Просто тиммейты уроды. Реально. Вообще конченые просто мрази. Хуй мрази такие. Что за тиммейты, боже мой. Серёга, я это сделал не специально. Пиздокровцы такие. Я тоже. Типа я кидал в него. Я кидал в него, увидел просто, что ты на пути сидишь нечаянно, и такой Серега слезает. Кидал в него в Серегу? Я кидал с ним в него и увидел. И увидел Серегу на пути, вот в чем проблема-то. Ребят, я вроде как бил, я Магнус Супер. Серег, подожди. Давай. О, у тебя ДДшка, нифига себе. ДДшка. Она уже спадет, но пофиг. Ничего страшного. ДДшка, у меня ДДшка. С макарошками. ДДшка. Сегодня мы с тобой, ДДшка. И... А чё ты вылез? Он же вот тут был. Нафига? Да не знаю, так веселей, пойдем. Ну ты постой там. Все, пошли вон, я в соло играю. Команда пиздокровок чисто. Ну вас. Серег, ну согласись, это более веселый контент на самом деле. Вот ты думаешь, я тебя подъебал, а я на самом деле типа наоборот лучше тебе сделал. Да, в натуре у тебя просмотров от этого будет больше. Элькор, герой есть. Элькор, надо говорить. Где герой есть? Герой тут есть, вот тут где-то. Бегу. Нюхай его пока, нюхай. Там вся команда, блядь. Давай. Так, ладно, все, Серег, я больше так не делаю. Ага. У меня шокированный вейв. Пойдем. Шокированный вейв. Я верю. Хорошо, пойдем. Не, правда. Я его замедлю, ты выходи на него, я замедлю. Ну а как? Ну что дальше, видишь? А, вот. Элькор, попробуй. А, нет, не успел. Я думал, он типа это вниз уйдет, он вверх ушел. А есть ничего? Зрение хватит. На карте поставить? Можно? Ой, там вон зрение в нас, инфразрение просто.
Все, опа, урон не подарили. Сейчас Лего орёт. Мы можем идти нападать. Да, вернулась. Я думаю, мы можем идти и сносить... Есть РП, но не даггера. Тавера. Он урон идет дарить. Выиграл для тебя. А вот, вот, вот. Слушай, а мне кажется, мы можем сломать. Он задует. Второго задую тоже. Давай просто сломаем. Не можешь подойти. Отлично. Не могу. Давай просто сломаем и все. Давай. Ну давай. Что там наши пацаны делают? Ломают. Акса вон надо сносить на кусочек. У Акса ничего нету. Я его заметил. Вот а чего он меня рубит? Ну, надо все кнопки прожать перед смертью. Так, а на вайпер будет плюс один? Эльку. А надо? Уже летит. Уже летит. Вперед. Я замедлю. Вы замедлили, замедлили. Все, просто сломали и ушли. Нормально. Ёжки. Неплохо. А где он? Не знаю, попробуй замедлить. Не, я его замедлил. Ну все нормально, он уже мертвый. Все. Ну, почему он говорит, что кровь дамажит? Это капец, сколько там было? Это мщение. Нормально. Что у вас там? Но я тем временем придумал, кстати, как культурно сказать на похуях. На безразличии. О, это мощно. Бля! Сразу придумали. По-моему, да, на похуях это производное. Я тоже об этом думаю. А, ну может быть. Может быть, он еще говорит. Он не уверен в этом, понимаете? Я в это не могу поверить. Ты обманываешь, ты лжешь. Слово хуй было изначально. Ты лжешь, говорит. Ты хотел другое слово сказать. Чертова ночь. Слово ложь появился, слово пиздеть, понимаешь? Вот правильно. Вот Алькор уже понимает потихоньку. Уже скоро анекдоты начнет рассказывать. Да. Вот только не их. Что угодно, только не их. Да ладно, ты привыкнешь, Алькор. Я даже не знаю. Вот, Серега уже привык. Он поначалу тоже не понимал некоторых нюансов. А сейчас уже нормально. Как родной воспринимает, да? Да. Только когда купол не в него летит. Акс пришел на жизнь, посмотрел и ушел. А давайте я забайчу. Блин, ты потратил хук. Надо забайтить. Да нет, мы можем просто ворваться. Я врываюсь, ребят, поддержите кто-нибудь. Поддержите кто-нибудь. Поддержал. Мы с вайпером играем. Убей его, братья, убей его. Я хорошо разультился, ребят. Волшебно. Ну тоже все хорошо делал. Смотрите, вайпер опять летит, не летит, он поумнел в конце. Байбеки валивые. Я так задул разочек. То ли воля. Блин, я сынкинга боюсь. Я представил, Жорик мокрый опустил такой. Я так, знаешь, так по деловому. Нет, убить меня хочет. Ой, парень. Я сейчас его замедлю, мы его убьем на Джоре. Я замедлил. А чё мне шумов не вернулся? Вот он, смотрите, стоит, чисто скинтоват. Он сейчас пытается... Ну, пойдёмте доламывать тогда. А я не понял, думаю, откуда это шоквейв прилетел со стены. Так, ребят, я без КП, я могу просто станчик есть. Ну, не знаю, кто нам стоит. Вард, они не знают о нём, точнее, не знают. Они не знают о Варде. Не знают об этом Варде, парни. Инфа сотка, никто не знает об этом. Ребят, ну. Давайте, хукайте, ну же. Первое правило варки. Давайте уже делайте что-нибудь. Мы ломаем, видишь, зачем нам что-то хукать? Ну хорошо, хукнул. Нормально. Ну зачем, типа? Он выкупался недавно, мы его убили, типа, ну зачем? Он сейчас обижается. Серега, я тебя спасу. Бля, я чую. Ой, бля, не чую. Так, счет по уёбкам получается 2-2-1. Ты отстаешь, на самом деле. Слишком мало кого-то уебал? Нет, ты слишком мало Серегу, типа, сбил с этого. Серьезно? Сейчас, блядь, чё? А, давай. Сейчас подожди, а как? А я так и не понял, а как Кору это сделал? Да я... Да уху у меня просто. Я сейчас специально стоял, сделал вид, что... Топорик, купи Алькор, купи топорик. Не хочу. У меня есть вот это. Смотрите, парни, чисто для вас.
Да, не совсем. О, подожди, я же смогу сейчас это, фласки. О, нет, нет, простите. Было красиво, было красиво. Я Blade Mail себя разбил, к сожалению. У меня палка слишком длинная. Блять. Это проблема. У тебя проблема. Как ни странно, это проблема. А ты часто гуглишь, типа, как уменьшить палку? Без смс и регистрации. Как увеличить? Серега — это единственный человек, у которого при просмотре порносайтов вылазит реклама, как уменьшить член. А я думал, наоборот, член уменьшается, там минус. Ой, блядь, проблемный. Отойди, отойди оттуда. Да-да-да. Чё ты там стоишь? Ну, блядь, вот. Я его еще и поймал каким-то образом. Читеры. Ребят, плюс один на топ, плюс один на топ, плюс один на топ. Зачем? Вот там уже трон сломаем. Акс сплитпушит, потому что это сплитпушен Акс. Смотри. О, Лего, есть вижен, есть вижен на Лего. Нет, прыгай, прыгай на дерево и все, сиди. Куда мышек вы полетели? О, ты. О, зараза. А. Слушай, я бы тебя спас, но не спасу. Брат, ты мог его похавать. Да, мог, а еще я мог отойти тебя выхухать, типа, чтобы тоже не было ничего такого. Ну типа. Вайпер мудрый, если я. Я много чего мог сделать на самом деле. Ребят, я бегу. Но иногда лучше чего-то не делать. Вот типа вот этого вот вообще не делать, и так. Понял. А че ты от крипов убегаешь? Бля, мне страшно с ремнем. Ты видишь, у меня хп? Я бафну тебя. Нормально. О, я убийца, ебать. О, нет, только не он. Там этот, да. Там сам Кинг, он же подкоп даст, и я умру. Да плевать. Хукнешь его с-под фонтана, если я замедлю? Алькор? Элькор? А? Чего? Да не, я думаю, про дружбу. А я тут, Московское кольцо, это то, что мне нужно. А, Серый, ты готов подраться? Ебаф. Не-не, я... Это был хук на обум. Бля, да вы серьезно? Вы сейчас будете меня убивать за это? Серый? А. Серый? О, господи. Далековато. Нормально. Да блин, я не дотянулся. Парни, а можете не кушать некоторое время? А чё? Сгоняю туда обратно. Я хочу сгонять туда обратно. А чё это он? Дайте его форс, но я тебе забыл. Ой, а у меня рука заряжена. Дайте я палку на фонтан кину. На тебе баф. Я хочу палку на фонтан. Палку на фонтане кинуть хочу. Да он хочет уменьшить палку. Да нет, что-то вообще урона нету нифига. Гостей. Ты второго августа выйдет, хочешь фонтан, и скажи типа, что хочешь палку. А у меня опять рука заряжена. Блин, это как-то странно, у меня заряженная рука, и я кидаю палки. Палка длинная, да. Длинная палка заряженная. Серёж, зачем? А, что, кто? Зачем? Герой бэкнулся. Ты меня форсить хочешь? Туши их. Да туши их. У меня ульта есть. Привези сюда кого-нибудь. Бля, парни, зачем вы пушите? Просили же. Кастуй, все равно получишь. Давайте зарепортим лайфхиль. А чё, а я на автомате. Ты типа... Да я как вспомню, как ты меня не спас, блядь, я...